два российских самолета с гуманитарной помощью прибыли на Кубу. Российские военно-транспортный самолет с грузом гуманитарной помощи прибыл на Кубу. Об этом сообщило местное Министерство иностранных дел. Самолеты приземлились в Гавайском международном аэропорту имени Хосе Марти. На их борту в сумме более 88 тонн гуманитарного груза. Это, среди прочего, мясо, мука, подсолнечное масло, миллион респираторных масок. Вот. Мы оказываем помощь гуманитарным. Вот так они прибыли, приземлились. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, будете в курсе событий, что происходит в нашей стране.